it out. Break point. И гейм. И сразу Динара. Попало. По 15. По 30. Взяла гейм. На. Ноль 15. Здесь подарок со стороны Китая. Гейм Сафина. Второй мяч. А мяч-то в корте. Браво, браво, Динара, браво. Да, здорово, красиво. А так и китаянки, ничего не скажешь. С этим приходится смириться. Четвертая двойная, да? Четыре двойных в одном гейме Динара сделала, проиграла. Это аут, да, это аут. Здорово. Может быть, еще стоило подержать немножко мяч. Сейчас Дин. Ноль 40. И под ноль берет подачу китаянки. Ну вот впервые, пожалуй. Браво, браво, Динара. Мужество, героизм спортивный сейчас проявила, как отзащищалась в такой ситуации, такую атаку отбила. Да, в самый уголок попала сейчас китаян. Отыграла брейкпоинт.
так же здорово принимает китаянка. И все-таки выиграла гейм. По делу выиграла гейм. Динара после подачи уходила в оба. Динаре нужно играть активнее. Обязательно нужно играть активнее. Нельзя отдавать инициативу китайской. Ну что вот еще нужно, да? Сейчас, наверное, подумает Динара. Блестящий прием. Ну как потерял инициативу Динара. Вроде бы сыграл он мощно обратным кроссом. Здорово. 5-1. Выиграла первый сет. Динара Сафина выиграла с гигантским трудом, но тем не менее взяла первую партию со счетом 7-6. Выиграла гейм на лин. Ух ты, как хорошо. Здорово. Молодец, на ли. Опять же, отдал. Но на этом гейм. Но для этого нужно брать подачу китаянки. Красиво в одном. И опять блестяще. Ну, что тут? Коротко. Да. Все верно, все абсолютно верно. Динара в этом розыгрыше так и не успела. Но вот Китай две. Ничего не скажешь. Потрясающе. Аут, брейкпоинт. Опять блестяще действует китаянка, но... Браво, Динара перехватила. Все-таки... Давай.
Ну да, ну ошибка, конечно. Динара, к сожалению, вновь ошиблась. 4-2. Взяла гейм Динара. 4-3 китаянки. И та атакует. По сути дела, ведь одну и ту же атаку. Потрясающе играет китаянка. При счете 0-30. Потрясающая опять атака на брейкпоинте. Аут. Ну повезло сейчас Динаре, хотя опять был настолько слабый прием опять в центр корта. То, что она так билась, конечно, делает ей честь без секунда. Браво! Браво, Динара! Ну что, спасибо. Уважаемые друзья, я поздравляю вас. У российского тенниса здесь, в Пекине, будет золотая и серебряная медаль. Сборная России выигрывает золото и серебро. Пекинская Олимпиада, это уже теперь совершенно точно. Браво! Браво, Динара Сафина! 7-6, 7-5. Динара Сафина выходит в финал Олимпийских игр, где встретятся или с Верой Звонаревой, или с Еленой Дементьевой. Фантастический успех женского российского тенниса.